А теперь едем к Ледовому дворцу. Несколько месяцев назад мы уже были здесь, анонсировали строительство дома, но тогда сроки еще не были обозначены. Сейчас появилась конкретика. У нас еще одно, так скажем, прям вкусное место, да, это район Ледового дворца. Ну, тут вообще замечательно, даже, мне кажется, рекламировать не нужно, потому что люди и так очень любят здесь жить, потому что здесь молодой район, но в то же время инфраструктура есть, дороги, стоянки, ну, все, что нужно для жизни. И вот кому-то очень повезет, потому что здесь появится еще один дом. И расскажите, пожалуйста, когда начнете строить его? И в какие сроки он будет возведен? Ну, правильно вы сказали. Тут уже дополнительной какой-то рекламы не надо. Самое сердце, скажем так, микрорайона. В настоящее время мы уже разработали прединвестиционную документацию. Вот если можно посмотреть, мы видим фасад планируемого дома. Красивый к возведению. Дом. Сегодня в рамках заключенного договора между областным УКСом и 27-м трестом разрабатывается проектная документация. Предполагается, что это будет 18-этажный многоквартирный одноподъездный жилой дом. 9 квартир предполагается будет на каждом этаже. Если посмотреть по площади, то это довольно-таки широкий спектр от 38 квадратных метров до 62. То есть потенциальные дольщики могут выбирать, какая площадь им подходит. Одна и двухкомнатная? Одна, двух и трех. То есть площади, трех, да. Да. Но они такие компактные достаточно. Они компактные, потому что на сегодняшний день, но это наиболее востребованная, скажем так, площадь. То есть есть запрос на такую площадь, и вы будете строить? Мы мониторим рынок и видим, какая площадь на сегодняшний день наиболее востребована. У меня ощущение, что проблем с продажей квартиры в этом доме быть не должно, потому что лакомое прям место. А скажите, кто сможет претендовать на покупку квартиры в будущем доме? На сегодняшний день планируется, что все категории граждан смогут приобретать жилье в данном доме. А вопрос будет, будут ли квартиры с отделкой или без, не решен еще, да? Нет, мы на сегодняшний день разрабатываем проектно-сметную документацию изначально с отделкой, но в зависимости от потребности рынка на тот период, когда мы будем возводить, мы с каждым потенциальным дольщиком индивидуально будем заключать договора так или как посчитает тот дольщик, который будет к нам приходить. Планируется, что завершение разработки проектно-сметной документации и начало строительства дома придутся на сентябрь. Дом будет сдан к концу 2024 года.